рады освещение. Здорово. К сожалению, это не результат. Что ж, продолжаем прохождение. Нет. Да хватит там тебе уже рассказывать. Идея, на нас наговаривать, тварь. Платить за еду и ночлег, и самому питать тюрьму электричеством для экономии городского бюджета. Однако выяснилось, что он ненавидит честную работу, так... Мы готовы, доктор Майклс. Это дыхание дьявола? Это GR-27, а не... Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Я дрова обновил, поставил новые, типа 21 мая вышли. Да, блин, стало спокойнее. И вроде как все заработало опять отлично. Все-таки, видать, проблем было в драйверах. Сюда, доктор Майклс. Это что за хрень? О, да. Ну и сразу бы мута руку оторвала, не знаю. Забрал бы все себе сразу. Здравствуйте, доктор. Здорово. Отвали! Все под контролем! Ага, конечно. Я преследую Мартина Ли. Кажется, у него и Майклс, и дыхание дьявола. Принято. Направляю к тебе другие группы. Он взял Майклса живым. Уже хорошо. Йоу-йоу-йоу. Хочет заставить изготовить больше дыхания дьявола? Надо остановить этот грузовик. Или танк, или что там. А куда он там бомбу-то... Ах ты! Стрелять на поражение. Больше предупреждений не будет. Эй, эй, там биологическое оружие! Всем бойцам открыть огонь! Ого! Что это все вдруг стали пускать ракеты? Человек-паук, да, блядь. Ты мешаешь проведению операции. Простите, но операция ракеты на Манхэттене меня не устраивает. Прежде чем идти за Ли, надо избавиться от ребят на машине. Продолжать огонь! Эй! Прекратите стрелять! Как удачно я приземлился. Что за... Да он вон он, улетел там где-то. Он придет! Он придет и покарает всех грешников! Он допизделся. Извиняюсь! Ли! Отдай его! Ха!
улажи обстановку. Ты задержал ли? Да нет же еще, блядь. Работаю над этим! Кричал! А этот паук довольно умен. Быстрее! На таран! Я разберусь! Что со мной происходит? Начинается новая жизнь. Что за черт? Должен признаться, я надеялся привести тебя сюда. Способности позволяют мне быть убедительным. Ты пошел бы ты. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше. Но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев, готовых их спасти. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. И Норман хотел его использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. А где в это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман — скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Надень маску. Стань одним из нас. Спасибо, не надо! Так или иначе, ты будешь служить мне! Да пошел бы ты нахуй. Так, что сейчас? Все души, потерянные тобой! Все невинные жертвы, которых ты не спас! Их кровь на ваших руках, Мартин! Ты можешь остановить Осборна! У тебя много силы! А я дать тебе волю! Ёп. Так, мне надо его, да, бить? Нет, судя по всему. Их дела валялись в канавах, а ты ничего не сделал! Да пошел ты! Я не могу спасти всех! Что значит одна жизнь? Сделка проста. Одна жизнь за целый город душ. Ты защищаешь Осборна, пока он сидит в башне из слоновой кости? Не может быть! Покажи свою истинную силу! Да ты заебал! Паутина стала. Я должен уничтожить маску! Стой! Я не брошу вас во тьме, Мартин! Так нельзя! Вы можете вернуться к свету! Нет! Чё происходит? Нахер, ебалище. Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно.
А вы популярны. Препарат у вас? Нет. Черт побери! Тоже мне супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Ты охуела. Это твоя вина. Моя вина? Он был под твоей защитой. Тебе точно оба нужны? Стоп! Да выебался. Мистеру Осборну. По щам выхватил. Я пойду с ней. Спасибо. Я не забуду. Фемка сраная. Юрий, скажи мне, что вы узнали, где прячется Мартин Ли. Один парень из кофейни заснял видео. Похоже, после аварии Ли сел в черный седан. Черный седан, отлично. Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Так, кстати, между прочим... О. Надо эту выполнить, да? И что тут у нас останется-то? А эти я сделал там 3 из 3. Да, здесь я выполнил, да? Да, минная ловушка. Навыки. Давай-ка. Давай такую. Чё там, у нас миссия с кулаком? А я думал, все испытания выполнил, нет? А, одна из двух. Два из двух. Два из двух. Три из трех. Одно. 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 Чего? Да, одно. А тут... Давай из двух. Алло? Да, да. Доктор Майклс, как это понимать? Одолжил одну из раций Соболя. Слушай, дыхание дьявола наверняка применит в транспортных узлах. Аэропорт, автовокзал, крупные станции. Зараза распространится, как пожар. Какого дьявола Аскорб занимается биологическим оружием прямо в городе, а не в каком-нибудь бункере на Аляске? Дыхание дьявола — личный проект Нормана. Он одержим им не первый десяток лет. Проект нарушает все федеральные и местные законы, но ему плевать. Если город узнает, о перевыборах он может забыть. О перевыборах можно забыть. Его ждет Гаагский трибунал. Зачем вы мне это говорите? Разве вы не так же виновны, как Норман? Да, конечно. Но действия Ли послужили для нас сигналом. Мы слишком долго игнорировали риски проекта. Я верю тебе, Человек-паук. Один ты пытаешься действовать правильно, прошу. Защити город от наших ошибок. Так, ну сначала последнее испытание. Я-то думал, я их выполнил. Но нет, вот оно. Просто избивать врагов. Нужно остановить этих наемников. Yeah.
Да ёбаный. Врать не буду. Я чертовски доволен собой. Так, ну сейчас он на меня должен напасть. По идее. Да? Нет? Да, нет? Ага, вот он. Раз ты знаешь мои приемы, тебе известно, что я тебя сделаю. Удиви меня, если получится. Наблюдаю за тобой во время моих испытаний. Либо воспринимаю серьезно, либо умрешь. Еще чуть-чуть. Обойти его защиту. Так. Он использует мои приемы. Ёбаный. Такой. Да пошел ты. Я чуть не понял, как. Улучши свой результат в испытаниях, и может быть ты сможешь угнаться за мной. Знаешь что? Козёль. Меня часто спрашивают, что теперь делать тем, кто создал опасность угрозы, с которой мы столкнулись. Хотел бы я иметь простой ответ. Понятно, что нам важно не забывать об опасности, исходящей от преступников, но еще нам. А с этим не помню, он вроде бы просто сам меня будет опять находить со временем. Полиции. Этих агентов Соболя, работающих на мэра, работающего на нас. Мы должны выступить против всех причастных к беззаконию, в котором тонет Манхэттен. И да, я о Человеке-пауке тоже. Что-то я задумался. Я задумался тем, что, блин, он вообще появится еще раз или нет. Потому что в пиратке, даже если я проигрывал, он потом просто появлялся и все. Чё там отражение было? Так у меня трассировка не включена. Чё это оно отражает? Да, вон и отражение есть. Кстати, что там за гаджеты? Я могу кинуть? Прокачать. А, мне до преступников. Да, преступников. Также с костюмами, да? Ага. Извините. Черт, дыхание дьявола пропало. Надо бы МДЖ сказать. Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробные сообщения, я с вами свяжусь, как смогу. Что ты задумала, МДЖ? Да можно было ей всю работу оставить, она бы справилась. Зря так переживаешь, общем. Стэндиш говорил, что демоны искали что-то на центральном вокзале. Что же им могло там понадобиться? Может, позвонить Питеру и сообщить о своих планах? А вообще, к черту. Скорее всего, он посоветует мне пойти домой и приковать себя к ноутбуку. Я просто быстренько проверю и расскажу ему, что узнала. Благодаря патентованной линейке умных боеприпасов от Аскор, потери от дружественного огня в армии снизились более чем на 94%. Доверьте свои данные Церберу. Научно-исследовательский отдел Аскор ведет разработку революционной батареи. Хрень какая-то.
Так, а что мне надо сделать? Еще несколько лет назад оптический камуфляж встречался только в фантастических фильмах. Благодаря патентованным магнитно-резонансным матрицам от компании Аскорб, маскировочное поле стало реальностью. Попробуйте сами и узнайте, как Аскорб делает мир лучше с каждым днем. Невероятно. Так, мне сегодня надо. А куда мне, блядь, надо? А, вот, наверное. Этот диспенсер микробов Гея выпускает в атмосферу... Микробов Гея? Выведенные бактерии. Давай не надо, пожалуйста, больше. Способные вернуть нашим рекам и морям первозданную чистоту. А, не, вот они, подлаги. Типа, хуй пойми, что происходит. Все будет в порядке, если не будешь шуметь и сделаешь, как я скажу. Полиция! Сюда! Нет! Ага. Типа, вроде все нормально, а потом на тебе... Ой. Хуя, блядь. Значит, надо быстрее проходить и заканчивать с ней. Могу услышать мэра Осборна. Кто звонит? Тот, кого он ищет. Что тебе нужно? Чтобы ты был на центральном вокзале через полчаса. Один. Иначе снова прольется кровь. Он злой, потому что злой, или злой, потому что... Ну торопись. Я тороплюсь. Что ты забыла на центральном вокзале? Потом объясню. Да. Послушай, вот посидеть на полу, блядь. Тебе дыхание дьявола. Тебе надо уходить. Он не сделает этого, пока сюда не придет Норман Осборн. Погоди. Похоже, Ли задумала это с самого начала. Свалить ответственность на Нормана, заставив его самолично выпустить заразу. В этом есть какой-то смысл. Безумный, но есть. Так, я здесь. Вхожу в вокзал. Тут есть какие-то опасности. Да, конечно. Без паники. Он выпустил патрульные дроны. Видно, готовится тебя встречать. Не страшно, я с вентиляцией. Видишь безопасную точку выхода? Юго-западный угол. Иду туда. Если подойду еще ближе, дроны меня заметят. Видишь планшет, на который я смотрю? Он управляет дронами. Сможешь стащить? Да. Если ты их отвлечешь и не поймаешь пулю. Я готов. Скажи, когда. Так. Я готова. Пошла. Назазума! Давай, давай. Ну хули ты сидишь? Встала, пошла. Так. Я им просто так не сдамся. Шантонг и Нишон. Стойте! Что ты делаешь? Давайте успокоимся. Я репортер. Я могу связаться с мэром Осборном. Я смогу убедить его приехать сюда. Вовремя. Как? Сначала отпустите его. Давай. Да иду, я иду. Не толкайся. Банка.
А банка мимо пролетела. Они идут, прыгай за ограду. Нельзя, чтобы они видели. Я могу его сзади оглушить. Каблучками цок-цок-цок-цок-цок-цок. Теперь я тебя выведу. Что с дыханием дьявола? Я за ним вернусь. Нет, мы партнеры, помнишь? Может, не сейчас? Если мы им не поможем, они умрут. Ты тоже, но я не позволю. Нет, я сама в это вляпалась, сама и разберусь. В каком смысле ты сама вляпалась? Нехорошо, их слишком много. Начнем сокращать их численность. Только тихо. Еще слишком близко. Сработало. Хватай. Ты от мыши этого сразу возьмешь? Давай. Попробую их разделить. Ну! Вали его! Ты знала, что ли будет здесь? Не совсем. Я ожидала, что что-то случится, но не это. А почему мне не сказала? Я думал, мы партнеры. Для этого нужно доверие, Питер. То есть, я тебе доверяю? Ага, когда я сижу дома за ноутбуком. Ой, да брось! Может, лучше вернемся к спасению города? Джидза在哪里？他就在这附近。这就巴扎巴扎，哦啦啦啦，六六。控制机在手上，不过我们也不找到他。если она ушла。不，他没跑掉，应该在这附近。不过这地方太大了，мы не можем дать ей уйти。 И давай. Включайте таймер. Это твой шанс. Задержи их, я займусь дыханием дьявола. Ты знаешь, что делаешь? Нет, но меня это раньше не останавливало. Так, что там у тебя? Вижу 4 провода. 2 синих, 1 желтый и 1 красный. Найди разъемы, от которых идут провода. Они должны быть отмечены разными цветами. И чё? О, нет. Ой. А какой-то цвет? Так, что там у тебя? Вижу 4 провода. 2 синих, 1 желтый и 1 красный. Найди
разъемы, от которых идут провода. Они должны быть отмечены разными цветами. А какой метод-то сначала? Давай. Что там? Желтый, да? Нет! А чё? А куда? А как? Я не разобрался. Так, что там у тебя? Вижу четыре провода. Два синих, один желтый и один красный. Найди разъемы, от которых идут провода. Они должны быть отмечены разными цветами. А. Похоже, синий идет к батарее, а желтый к вентилятору. Так, первый отключен. Теперь второй. Что? Таймер сбросился на 30 секунд. А, цепь на размыкание. Что дальше? Вентилятор? Да, а потом последний. Только быстрее. Так, теперь красный. Есть. Здорово. Нихуя. Ага. А теперь давай выводить людей. Мне не помешает помощь паучка. Ты готов? Точно! Я расчищу путь! Постарайся не шуметь. Хорошо. Тебе вот легко говорить. Пора, баиньки. Надо осторожнее, а то заложникам не поздоровится. Выключаем. Зачем Ли так упорно наводит ужас на Нью-Йорк? Может, он что это съел? Болен чем? Кто знает. А вы так ничего и не поняли. Фиск никогда бы не взял заложников вот так. Он был прав, я уже по нему скучаю. Осталось успокоить еще пару-тройку, и ты сможешь идти. Быстрее! Так. Да, Крыжей, пора идти. Хорошо. Все следуйте за мной. Э, а чё вы побежали-то? МДЖ, выбрались? Да нихуя вы. Отлично. Эй, Питер. Да? Как закончишь, надо поговорить. Но сперва найди Ли и надери ему задницу. Мне жаль любого. А теперь интересные факты. Вы знали, что у центрального вокзала самый большой подвал в Нью-Йорке? Ужас, да? Туда вошла бы половина Бруклинского моста. Да, согласен. Сейчас таких уже не делают. Вот это настоящий Нью-Йорк старой школы. Нихуя как повезло. Короче,
Я могу байки травить весь день, но мне нужно не дать вашему придурочному боссу разрушить город. Пора закругляться. Ли планирует уехать на поезде. Нужно ему помешать. Платформа открыта. Наверняка Ли где-то... Ли уходит. Ну здравствуй. Черно-белый хрень. Извините, опоздал. Фишка у меня такая. Мартин, зачем вы так? Отдаю старый долг. Тебе вот черный вообще не к лицу. Пусть так-то разобраться. Пока лучше не приближаться. О. Бесполезно. Надо дождаться момента. Вот мой шанс. Блять, на баба прожог. Он начинает уставать. А? Он уязвим. Я могу помочь вам. Да по нему не скажешь. Он повержен. Тормоза? Нет, и ладно. Ебаный. Ну вышло же в тот раз. Юрий, угол 42 и 1 еще перекрыт? Да, улица закрыта еще на месяц. А что? А-а-а, блядь. Следующая станция – тюрьма. Вот и все, конец ему.
Верните груз в лабораторию. Вперед! И опять же, Соболь бесполезен оказался. Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробное сообщение, я с вами свяжусь, как смогу. Привет, это я. Дай знать, когда захочешь поговорить. А смски это не разговор? Не-не-не-не, не в том смысле кончено! Блять, Джей такая тупая, блять. А ей надо было быть блондинкой, нахуй. Скажи нет, скажи нет. Ха, ладно, ладно. И не ладно. Что тут обдумывать? О, да ты что? Опять, блядь, дура. Может... Чё за... Пошла ты нахуй, слышь? Не еби мозги, блядь. Класс. Типа, блядь... Какая-то вообще мозгоёбищная баба. Вот и всё. Ли отправился за решётку. Дыхание дьявола у Соболя. Что ты чувствуешь? Что я чувствую? Как у тебя со временем? Плохо. Что для тебя подвиги, для меня бюрократия. Но я хочу сказать, молодец. Спасибо, Юрий. Я хотел это услышать. Занимаясь Ли, я оставил город без присмотра. Пора снова стать дружелюбным соседом-паучком. Оба, новое побочное задание. Ну где? Ну тут два из двух. Тут одно. Тут все шесть. Тут одно. Ага, вот оно. Давай посмотрим, что у нас там. Джеймсон прав. Ты тут геройствуешь, а нам потом приходится за тобой подчищать. Что это вы на меня взъелись? Фиска отпустят. Сомневаюсь. У нас против него железобетонные улики. Их больше нет. Грузовик с вещдоками перехватили. Что было на этих жестких дисках, мы уже не узнаем. Он так просто не отделается. Я верну эти диски. Типа, ладно, ты думай, бы попросил думай. Бы просто, типа, сразу. Все вещдоки снабжены идентификационными чипами. Если я найду эти чипы, найду и жесткие диски. Надо спешить. Ну нифига ты умный, я, блядь, конечно, на меня смеюсь все повесил, над Джеймсоном, я виноват. Но то, что он про меня говорит, некоторые принимают на веру. Люди Фиска украли жесткие диски у полиции, а виноват почему-то я. Ага, я вот тебя тоже про это. Ладно, главное сейчас, чтобы Фиску это все не сошло с рук. Вовремя. Судя по всему, их еще не разломали. Ну что, отберем у Вилли билет на свободу? А чего бы нам... Сладких снов. Он даже на что мне обратил внимание? Ему настолько похуй. Сюда не суются даже крысы. Ночи. О, бедная моя спина.
Да ёбаный в рот. Не храпи. Давай. И все? В очереди за новым смартфоном и то злее дерутся. Диски не повреждены. Отлично. Осталось вернуть их в участок в адской кухне. Вот бы увидеть рожу Вилли, когда он об этом узнает. Небось, поперхнется тюремным винишком. На, блять, свои диски, сука. Фиск никуда не денется. Я принес жесткие диски. Секундочку. А как это ты, интересно, узнал, где их искать? Может, вы с главарем и правда заодно? Вы серьезно? Просто возьми свои диски, ебаный. Думаете, мне больше заняться нечем? О-о. Ракеты! Прячь здесь! Эй, вам не кажется, что это перебор? Они бросили против нас все силы. У тебя тайм-аут. И все ради дисков? А про облако вы не слышали? А до этого разделаться со мной. Гангстеры экономят бензин. По крайней мере, Фиск заботится об экологии. Да ёбаный в рот. Пробился наверх. Говори, где винты? Иди к черту. Это ты зря. Да ну, сюрприз. Пожалеешь. Мочи его. Да ты че такой? Тебе, блядь, на дереве. За такие фокусы я его порву. Понравилось, человек-паук? Да не особо, чувак. Я вышибу тебе, мать, берегись! Он в воздухе! Район чист. Паук, ты меня прости. Я насчет тебя ошибался. А Джеймсон пусть катится к черту. С башки. Прощайте. Один вопрос. Это правда, что ты из другого мира? Ага, Куинс называется. До встречи. Все побочные здания выполнены? Серьезно? Думаю, теперь все под контролем.
Можно пойти в лабораторию и немного побыть Питером Паркером. Два из двух, это что у нас? Ну давай такую возьму. Задание, костюмы. Чё это у нас? Угу. Что-то этот хуй больше не нападает на меня. Здрасте, Паркер! Нам есть что отметить. Отметить? Стойте. А где же руки? О! Так круто. Но как вам удалось? Внутричерепная нейросеть. Скорость нейропередачи меньше наносекунды. Быстрее передачи сигналов в мозгу, не говоря уже о внешних протезах. Все вышло, Питер. Никто не отберет это у нас. Здорово, я... Это все твои разработки в нейросетях. Но мы не проводили тестов, мы многого не знаем. Все отлично работает! Вот, посмотри! Впечатляет. О, но есть маленькая ошибка. Скачок напряжения. Думаю, это легко исправить. Так. Чё бы ты, блядь, без меня бы делал? Посмотрим, вышло ли. Нет, все серьезнее, чем я думал. Так, сейчас мне куда? По-любому надо через верх идти. Надеюсь, получилось. Еще не все. Скачок нарастает. Могу ли я это исправить?
Ням-ням-ням. Ну уже. Плохо дело. Доктор? Доктор, кажется, я нашел проблему. Везде есть проблемы, если поискать. Но фортуна улыбается смелым. Пора показать миру наше творение. Отто, нейросеть не влияет на двигательные нейроны. Она может затрагивать другие участки мозга, подавление эмоций и... Думаю, нужно еще несколько тестов. Нет уж, довольно тестов! Впервые в своей жизни я не чувствую себя неудачником. Лишь самим собой. Отто, вы не неудачник. Но эта штука может повредить ваш мозг. Прошу. Да. Да. Не волнуйтесь. Мы сможем. Я продолжу. Поищу ошибки. Иди. Иди. Вы точно в порядке? Да. Спасибо, Питер. Да, пожалуйста, я здесь за... для этого только и сижу в основном. Наконец-то арестован. Я держу слово, которое дал этому городу. Скоро жителям Нью-Йорка предстоит сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Не забудьте о том, что я сделал, когда придет пора голосовать. Сейчас мы в большей безопасности, чем когда-либо. Ложь! Ты не знаешь, что тебя ждет. Типа, блядь. Как там Майлз? Привет. Привет, Майлз. Я просто хотел спросить, что ты думаешь насчет новостей Али. Смотри, если ты больше не хочешь там работать, мы с Мэй поймем. Я хотел уволиться, как услышал. Но вспомнил, что говорил папа. Герой — это просто человек, который не сдается. Верно. Если предположить, что он прав. Я устроил тебя туда, но не надо оставаться там через силу. Люди здесь, они не виноваты в том, что сделал Мартин Ли. Им нужна помощь, я им помогаю. Думаю, папа хотел бы, чтобы я остался. Он бы мной гордился. Да, я знаю. И еще, Майлз. Я тоже тобой горжусь. Захочешь поговорить, звони. Спасибо, Пит. Мне пора. Мэй дала список того, что нужно купить. Ну, пока. А я уже забыл, как тот Майлз силы-то получит. Поздравляю. Вы взяли подрывника из ратуши. Мы взяли его. Да неважно. Я о том, что в последнее время ты работаешь совершенно на износ. Тебе бы отпуск взять. Я не очень люблю путешествия. Но когда разберемся с оставшимися людьми Ли, я на отдых. Без самолета, без чемоданов, просто долгий сон. О, ты знаешь толк в отдыхе. Но какой бы ветер ни надувал твои паруса, ты это заслужила. У него везде грязные шмотки валяются, типа, по всем участкам города вообще. Питер. Ты как? Ах,
справляюсь. Мне не очень нравится, что ты теперь всем тут заведуешь одна. Людям нужно помочь. Если я не досплю 2 часа, ничего. Были новости от мистера Ли? Нет. Но известный мне Мартин так бы не сделал. А то, кем он стал, не тот, кого я хочу запомнить. Так, как у вас там с МДжей? Ну, она... там все сложно. Честность. Вот что помогало нам с Беном в трудные времена. Трудные времена у вас? А то. Особенно в твоем возрасте. Так ты честен с ней? Она знает о тебе все? Эй, погромче! Хочу послушать! Представитель полиции подтвердил, что это был тот самый грузовик, который перевозил устройство, примененное при атаке, на центральный вокзал. Ах, конца не видать. Питер? Вот она бы. Оставьте сообщение. Юрий, ты где? Позвони мне, как получишь. Надеюсь, дыхание дьявола еще там. Да, и как подошло. И лаги до сих пор здесь. Если демоны добрались до грузовика, беда превратилась в катастрофу. Так, ну здесь мы, пожалуй, наверное, остановимся. Чтобы дальше увидим, у меня, блин, состояние такое сонное какое-то. То ли это погода, то ли что. Просто не высыпаюсь. Нет. Ну ладно, давай. До скорого.